Посмотрите на это буйство красок. Просто великолепно. Что значит посадить несколько кустиков, которые даже весной по-разному. Вот смотрите, это барбарис один. Он же скоро будет цвести. Вот его бутоны. Его обрезают. А вот это барбарис второй. Он красными листочками, бордовыми такими, или синими, фиолетовыми. Не поймешь. И вон как это смотрится, если это все вместе. Желтый и бордовый. Правда же красивый, оттуда желтый. Вот этот можжевельник вообще голубенький. Получается, он выше и не растет. Вот так вот, сантиметров 20 только. Его даже стричь не надо особо. Этот, конечно, стрижется, барбарис. Это тоже растение какое-то стрижется. И вот такая вот клумба. Ну, шикарно, правда? Вот вам и ландшафтный дизайн. Очень красиво. Так что, используйте, друзья, растения разных цветов. Здесь есть зеленая туя. Здесь есть такие желто-оранжевые листья. Весной распускаются. Здесь есть голубенький, как голубая ель, похоже. Здесь есть вот такой вот бордовый. Здесь есть еще один можжевельник. И они действительно разные по цвету. Если вы видите, то у этого немножко желтоватый оттенок, а у этого более такой изумрудный. Красивый оттенок. Изумрудный. Но это, конечно же, верх совершенства. Посмотрите, какая красота. Сдалека он смотрится как лимонный, но это такой салатовый больше. Ну и вот этот оранжевый. За счет вот этих вот своих оранжевых молодых листочков. Вдалека он... Вот это правильный цвет оранжевый. И вот здесь еще, смотрите, самшит тоже растет красиво. Все замечательно. И тоже такой слегка светло-зелененький. Вот какая красота получается, если правильно посадить. И этот участок получается очень-очень-очень ярким, красивым. А если еще и красиво оформить его вокруг, камни и красивое мощение сделать, остановлюсь на этом замечательном растении.